Всем привет, друзья, гости моего канала, а также мои подписчики. С вами, как обычно, Александр Рошин. Ну что ж, друзья, вот и подошел у нас, получается, пятый день, как родились эти прекрасные малыши. Как видите, мы уже выросли, и выросли уже достаточно сильно. Ребятки уже такие крепкенькие бутусики. Так что, что можно сказать? Все нормально. Текилка у нас, мамка, хорошая. Все великолепно. Не выпускал ребят видео, да, хотя думал, в принципе, что вам, думаю, каждый день уже показывать их там по два раза, потому что смотрю, все равно особо что-то комментарии очень плохо, да и просмотры что-то как-то слабо стали, да, и я подумал, ну, наверное, видимо, уже не заходит особо, поэтому, думаю, не буду вам как раз-таки каждый день уже скидывать. Но, думаю, уже пятый день, надо уже показать, как живут малыши. Вон еще... ползунок такой маленький, да, ползуночек ты какой, да. Ой, один вот там вот спрятался, это кто-то, о, там целых двое. Так, я не могу понять. Ты что там делаешь? Иди сюда, иди сюда. О-о-о-о-о. Так что, друзья, вот такие вот у нас дела, вот такие вот сейчас уже малыши. Я специально приподнялся, чтобы вы посмотрели, как они уже выглядят. В общем, малыши растут, кушают. Текилу сейчас кормлю 4 раза в день. 2 раза сушку, 1 раз мясо, 1 раз получать либо кефир, либо творог, либо молоко. Ну, чередую обычно эти продукты по дням. Так что... я думаю, в плане питания разобрался. Ну, соответственно, конечно же, витамины, жидкий кальций сейчас, кстати, тоже купил и лью. У него вон, ребят, стоит целая кастрюля с водой. В общем, туда добавляю жидкий кальций, и она пьет. Текилка уже такая ко мне залезает. Видимо, дети уже начинают ей поднаедать. Иногда хочется ей отдохнуть. Но снова же, далеко от них вообще не уходит. Буквально, если залезет на кровать, полежит на кровати у меня. Ну, наверное, минутки две... а сама в любом случае только на них смотрит, как там у них дела. Постоянно за ними наблюдает. Так что вот такие вот красавчики. Мягенькие, жирненькие уже, такие стали упитанные, обалдеть. Помню, когда родились, такие скелетоны родились, а сейчас уже все. А сейчас вы посмотрите уже на эти пузени. Смотрите, какие мы сейчас толстенькие. Да, вот такие вот ребятки. Так что, малыши, ребят, открыты для бронирования. Так что, если кто еще не забронировал, бронируйте. Собак уже осталось не так-то много. О, что тут? Весь в молоке. Господи, а. Весь в молоке. Посмотрите на них. Это что такое там, а? Это что вообще происходит? Скажите, пожалуйста, он что делает? А, он так кушает. Эй, ты кушаешь так? Мальчик такой вот этот, конечно, здоровый, ребят. Очень крупный парень вот этот вот. Великолепный пес. Знаю, его размеры прям меня впечатляют. Очень крупный парнишка. А это кто у нас? Так, это у нас девочка. Кстати, тоже очень крупная девочка. И наша Кнопочка маленькая. Дела хорошая, деваха. Фух, ну что могу сказать? Ну, в принципе, все у меня и по-старому. Сплю по 3-4 часа, дай бог, перерывами, соответственно. Постоянно слежу за щенками, в общем, чтобы у них... чтобы она, не дай бог, там не легла, чтобы потом смотрю там ночью, знаете, что-то заорут, как бы я снова вскакиваю, смотрю, что же такое случилось. Ну, и вот так вот у меня, в общем, ничего не меняется, ребят, абсолютно ничего. Все то же самое. Все происходит так вот. Что ты там делаешь, не могу понять. Да, просто спит. Изабелки с ума сходит. Давай, иди вон туда, Изабелик. Вот так вот, малыш. Так. Да, вот этот, кстати, малыш забронирован уже. Все, когда наступит время, малыш поедет в дом. Потом забронирована у меня черная девочка. Чисто черная, ее сейчас, правда, здесь не найти. Где-то она, в общем, среди них там болтается. Потом еще есть ребята, которые забронированы. Только сейчас вам их не показать.
что я пока на самом деле, ну, отличаю, конечно, их, но есть просто бурятики, есть черные. Вон, например, вот это черный, а вот эти, кстати, три бурятика лежат. И, по-моему, вот это вроде тоже бурятики, я не могу, ну, черный вон сразу видно. Ну, в общем, ребят, вот так вот, да, все по-старому, малыши растут, все великолепно. Вы сами видите, какие они сейчас уже красавцы стали большие. Так что, ну что, ребят, буду дальше продолжать снимать видосы. Да, может, так часто уже не буду делать, как я сказал, потому что что-то, ну, слабенько по просмотрам. С комментариями, кстати, я вообще заметил, какая-то хрень началась не только на этих видео. Там просмотров много, комментариев вообще... Не знаю, ребят, вам что, нам написать, что ли, сложно? Как бы я вообще удивлен, как бы, что с комментариями сейчас у меня творится, пока понять не могу. Так что давайте, исправляйтесь, исправляйтесь. Хотите больше видео, пишите также комментарии. Ну что ж, а на этом все, ребят. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новенькое видео про этих чудесных малышей. Так что всем пока, до скорой встречи.